Особенности судовождения в ледовых условиях зависят от района плавания и присущего ему ледового режима, который, в свою очередь, зависит от многих факторов: географического положения района, характера течений, солености и температуры воды, ветров, прилива отливных явлений, наличия рек, впадающих в море в данном районе. Сведения о ледовых режимах даются в гидрометеорологических очерках лоции, состоящих из характеристик метеорологической, гидрологической и ледового режима. Располагая указанными пособиями, а также данными ледового патруля, метеостанции, авиаразведок и прочими источниками, судоводитель может получить в большинстве случаев достаточно точное представление о распределении льдов, о навигационной характеристике предстоящего пути. Данные распределения льдов с указанием их кромок и разновидностей рекомендуется наносить на бланковые карты или на кальки, снятые с навигационных карт. Во время перехода судна большую роль играет получение дополнительных сведений и коррективов от радиостанций, несущих специальную службу, а также от ледоколов и отдельных судов, находящихся в том же районе. Кроме того, необходимо иметь сведения о синоптической обстановке на время перехода и ледовые прогнозы. Выгодность пути при плавании во льдах определяют свободными и относительно чистыми ото льда участками, то есть наличием разводьев с небольшими перемычками. Следует также учитывать очертания берегов, глубины, мели и отмели на пути следования, возможность передвижения льдов и сноса судна к мелям или к берегу. Для правильной оценки полученной сведения о льдах необходимо знать их классификацию, а по возможности и навигационную характеристику, определяющую степень проходимости льдов.